Вот мы наверху, на последней канатной станции. Вот это лагерь альпинистов. Вот это наш контейнер. Есть внизу? С этой стороны. 8 человек кто-то помещается. Вот это кухня. Станция называется Верхние Карабаши. Вот это флаги стран, кто тут побывал. И кухня. Каждый сам готовит. Каждая группа. Вот это тоже уже столовая. Вот он, Эльбрус. Две вершины и вышли. Вот люди готовятся. Сверху.